так случайно получилось, что автор вернисажа еще и моя жена. И так совпало, что это первая акция нашей компании, такого культурного направления, с момента ее запуска и захода на молдавский рынок. Вот. Естественно, тот факт, что Наталья — это не только молдавская, но еще и украинская художница. Вот. И тот факт, что мы с Александром Стукаловым уже планируем проведение тижня львівської кави в Молдове при участии компании «Новопошта Украина», нашей материнской компании. То есть мы планируем и дальше продвигать этот проект и поддерживать любых других участников вернисажей с точки зрения логистики и всемирного содействия вот таким вот мероприятиям, благодаря которым наш город, Фабьян, салют, будет еще красивее и еще более привлекательнее для туристов, и в том числе и для простой публики, которая иногда не может себе позволить зайти в картинную галерею, либо у них просто на это фактически не бывает времени. Еще раз хочу поздравить Наталью с тем, что все-таки хоть в таком формате вернисаж, но люди могут познакомиться с ее работами, которые я каждый день могу лицезреть в мастерской, некоторые из них. Вот. Я хочу поблагодарить Александра Георгиевича Стукалова за любезно предоставленную возможность. Стенку, за возможно любезно. Ну, сегодня это стенка, завтра это будет что-то более... Да, и идея, главная идея. Общественную палату и движение «Адору Ураш Умел». Добрый путь, спасибо большое. Да, спасибо, что вы все пришли.